Женский американский футбол. А это я придумала. Женский грязевой мотокросс. Как надо падать. Ну что, ребята. Все говорят коронавирус и все такое, карантин. Между прочим, да, вот я оказалась здесь. Карантин я соблюдаю. У меня есть перчатки, у меня есть маска. Я очень далеко от людей, я не общаюсь с ними. Вот. Я решила покататься на мотоцикле. Я этого не делала год, у меня был перерыв. Приехала я вот на это поле, где я сдруживалась с моим мотоциклом год назад. Вот оно все перепаханное поле. Я решила показать вам, как я буду делать это в этом году. Я буду кататься на этом мотоцикле. Что? Поехали! Ребята, вот дождик пошел. Я не знаю, как я поеду обратно. Мне кажется, все так скользко будет. Ужас какой-то. Я спряталась. Хорошо, что я эту штуку взяла с собой. Я за нее спряталась. Это ужасно. Ну что, дождик заканчивается, что ли? Вспомнила, называется, как ездить. Я чувствую себя как странники со своими лошадями, с конями боевыми. Где-нибудь так в поле застрянут. Хорошо, кстати, что это не гроза была. Не хотелось бы в поле и в грозу застрять. А вон кто-то едет на квадроцикле. Надеюсь, не меня спасать. А, нет, они не ко мне едут. Или ко мне. Наверное, меня спасать. Сейчас проверю. Неужели я так выгляжу беспомощно? Нет, видимо, моя улыбка показала им, что все в порядке. Надо попу прикрыть. Я сейчас покажу, как я сижу, как я выгляжу. Ладно. Включу камеру, когда все кончится. Ну что, ребята, я думала, что все, ситуация катастрофическая. Я уже поехала домой. Было очень скользко, неудобно. Я уже, видите, как свинюшка вся испачкалась. Вот. И мужчинам, которые за мной наблюдали, я думаю, понравилось, как я виртуозно в грязи падала, валялась. И я подумала, может быть, и вам тоже понравится, как я это делала. А чё? Ну, мне уже терять нечего, я могу вам показать. Хотите?
Хотите? Давайте покажу. Вот я тут грязь нашла. Не в траве же мне, правильно? Раз, два, три, сейчас, ребят. Сейчас я вам сюрприз сделаю. Понимаете, все, что было, это все ерунда. Я сейчас вам покажу, как надо.